Для жителей Ишиевки организовали работу мобильных центров здоровья. Услугами воспользовались сотни жителей. Анастасия о скрининговом обследовании узнала через интернет и решила не откладывать проверку здоровья в долгий ящик. Я планирую обследовать кровь, глаза, общее состояние здоровья, знаете. Так как я многодетная мама, времени на обследование у меня особо нет, поэтому это отличная возможность в одном месте и быстро все получить результат. Как отмечают пациенты, очень удобно сдать все анализы в одном месте. Не нужно идти в больницу и ждать в очередях. На скрининг уходит около 15 минут, после чего пациент получает заключение врача и при необходимости направление на дальнейшее обследование. Наш мобильный центр здоровья проводит скрининговое обследование. Там здесь можно, конечно же, начать с того, что измерить рост, вес, посчитать индекс массы тел, чтобы понять, есть ли проблемы с весом непосредственно. Конечно же, проверить сердечно-сосудистую систему, также органы дыхания, глаза, да, сдать анализы экспресс-методом на сахар, холестерин и получить непосредственно консультацию врача уже по выявленным факторам риска хронических неинфекционных заболеваний. Работа передвижных центров связана с проведением в муниципалитете 6-й региональной конференции «Здоровый муниципалитет». На встрече обсудили вопросы реализации мероприятий «Года семьи» в Ульяновской области, регионального проекта укрепления общественного здоровья и проекта Роспотребнадзора «Санпросвет». Затронули также тему сохранения и укрепления репродуктивного здоровья населения. То есть общая канва, общее направление идет именно к здоровому образу жизни, к ведению здорового образа жизни и к увеличению продолжительности жизни. Мы должны обращать внимание и на детей, и на взрослых. В конференции приняли участие главврачи, заведующие поликлиниками, руководители отделений и кабинетов медицинской профилактики. Кроме того, специалисты по работе с молодежью. Укрепление общественного здоровья – важнейшая задача нацпроекта «Демография и здравоохранение». Кирилл Савосин, Геннадий Бухтаяров, Управда ТВ.